можно начать. И очень трудно рассказать о жизни самой большой еврейской общности в таком коротком выступлении. Я осознаю, что больше, и все мы знаем, что больше было евреев в России, в Соединенных Штатах. Но в огромном большинстве они происходили из польских земель, так или иначе. Но я начну с того, что хочу представить вам атмосферу, в которой пришлось жить этой общности. Я здесь войду немного в тему Артура, который вчера говорил, но, может, немного иначе буду об этом говорить. В 19 веке жизнь евреев была довольно тяжелая, особенно это относится, как знаете, к черте оседлости. Кроме нормальных, можно сказать, экономических причин, препятствовали этой жизни законы государств, которые разделили Польшу в конце 18 века. Такие законы существовали в Галиции, но они были немного другие, чем в других частях Польши. Там, например, не разрешалось на собраниях, публичных собраниях пользоваться идиш. Австрийские власти не признавали существование еврейской национальности. Так что, например, при переписи населения евреи должны были выбрать или польскую, скажем, в Восточной Галиции, или польскую, или украинскую национальность. Но затем мы имеем проблемы, когда пробуем посчитать, сколько их тогда было. Но хуже, конечно, всего было в австрийском, в российском, российской части. А во всех частях вообще возле государственных законов существовало отрицательное отношение к евреям, вытекающее прежде всего с религиозных предрассудков. Здесь я, может, не совсем согласен с Артуром, но в XIX веке особых перемен в структуре еврейской общественности мы не наблюдаем. Но одновременно, я с ним согласен, что она переживала все этапы модернизма, которые переживало и польское общество. Мы к этим еще будем возвращаться. Влияние Хаскали или Возрождения, знаете, я не буду объяснять, что это такое, но на Польшу было довольно минимальное. Это прежде всего прусская часть, австрийская часть, много меньше в королевстве, ну и такой островок, который был, это была Вильна. К массам, к еврейским массам это не имело практически никакого отношения. Вражда к процессу эмансипации объединяла все религиозные течения, еврейские религиозные течения, но кроме небольшой группы реформистов. То, что вчера говорил о Ястрове Артур, по-моему, это Варшава, прежде всего, небольшая часть Варшавы, к тому же. Понятно, что раввины защищали традиционную организацию общества, религиозные традиции. И это было основным элементом, который препятствовал изоляции евреев от польского общества. В 19 веке довольно среди польского общества в конце 19 века было течение ассимиляции евреев. Они рассчитывали, что евреи будут ассимилироваться, но, конечно, евреи этого не хотели. Часть поляков этого тоже не хотела.
Ну, если вас интересует Хаскаля на польских землях, так это прежде всего книга Марчина Вадинского о Хаскале. Я говорю, на другом полюсе оказались евреи, малочисленные евреи реформированные, которые очень часто, это кончалось ассимиляцией и утверждением, что еврейская проблема – это не проблема национальная, не проблема религиозная, а прежде всего общественно-экономическая. И может быть решена путем равноправия евреев. Были такие евреи одновременно, которые не хотели оккультурования в большой степени, но которые не хотели, верили все же в еврейскую религию, и они создали уже в независимой Польше союз поляков еврейского вероисповедования. Для них это не было проблемой. Поляк – это было понятие, конечно, гражданское. Важным элементом, который надо принимать во внимание, о чем я вспомню так, это было то, что препятствовало не только ассимиляции, но вообще отношениям антисемитизм, который добавочно изолировал евреев и поляков. Отсюда движение, ассимиляторское движение во второй половине, и, можно сказать, самое сильное, постепенно замирает. Ну, теперь так. По переписи населения, о чем мы говорим? По переписи населения 1921 года в Польше жило 2 800 000 евреев, исповедующих иудаизм. Это было 10,4% населения страны. Я не буду заниматься критикой переписи, потому что существует довольно богатая литература. В 1921 году не все были переписаны, особенно на восточных частях Польши. Например, белорусы старались не дать себя переписать. Они боялись, что из этого будет. Евреи в Польше были размещены очень неравномерно. Это вспоминал уже вчера Артур. В северо-западных воеводствах Польши, в областях, если предпочитаете, их было 9,7%. На бывших землях австрийских их было тоже 9,7%, а в Королевстве Польском самый большой процент – 15,5%. Ну, каждый седьмой житель был евреем. В прусской части, которая до 18 года была, в Пруссии, в Райхе, было только 1,7% евреев. Ну, почему их было так мало, это особый вопрос, но прежде всего это было... Они предпочитали жить в Берлине и в Германии, честно говоря. Отсюда большое число евреев было тоже в Германии, их тогда называли «Остюден», но это еще но это не то понятие «Остюден», которое было немного позже. Следующая перепись 1931 года. Там не было вопроса о национальности, был вопрос язык и религия. Так что надо потом пересчитать, как это относится к национальности. Это сложный вопрос. Но поэтому жило уже в Польше
3 миллиона 1110 тысяч евреев. Это уже было не то, что прежде 10-8, это уже было 9, а процент меньше. Эта тенденция сохранилась до 1939 года. Путем экстраполяции мы считаем, что в 1939 году было 3 миллиона 400 тысяч евреев в Польше. Причины уменьшения процента евреев в населении страны. Здесь две вещи. Эмиграция и рождаемость. Только между 21 и 25 годах эмигрировало 184 тысячи евреев из Польши. Потом это резко уменьшилось. Это число будет все время уменьшаться. Причины этого разные, но между 25 и 31 годом это было 82 тысячи. Во время кризиса это вообще прекратилось. Но почему 25-31? Тогда в Америке первый раз они вводят, не знаю, как по-русски сказать, квоты, но число евреев, число эмигрантов, которые можно впустить в страну. И это было тоже число по национальности, не только по численности. Но эмиграция из Польши в 20-х годах была несравнима с тем, что было перед Первой мировой войной. Последняя четверть 19 века и первые годы 20-го эмигрировало с польских земель около 50-60 тысяч евреев ежегодно. Так что это уже были миллионные числа. И нужно также опровергнуть, в Польше был миф, что у евреев большая рождаемость, чем у поляков. В 20-х годах это уже было как раз наоборот. Мы видим, что число евреев росло, но число поляков росло много быстрее. Так что, если вас это интересует, эти вопросы, по-английски существует такая книга Джозефа Маркуса «Social and Political History of a Jews in Poland» 1939. Это интересная книга, в общем. Но, по-моему, одна из самых интересных книг, которые существуют по-польски и по-английски, это книга Эзры Мендельсона «Евреи Восточной и Центральной Европы между двумя войнами». Мендельсон был очень интересный человек, он был историком искусства, потом начал заниматься общей историей евреев, написал эту книгу, написал историю сионизма в Польше до 26 года, а потом снова вернулся к искусству, к истории искусства. Он утверждал, что в Польше нельзя говорить об одном еврействе, что их было три. Это Галиция, только помните, что Галиция в польском понятии это и Львов, и Краков. Это не только Восточная Галиция. Это Галиция, царство Польши, земли царства польского или королевства польского, это все равно, и Кресы, окраины, то есть северо-западные области Польши. Он их причислил, большинство евреев Польши, он причислил к восточноевропейскому типу.
который от остальных отличался небольшой степенью ассимиляции и оккультурации, сохранением еврейского языка, ортодоксальной религии и особой экономической структурой. Я бы не шел так далеко, как Эзра, потому что мне кажется, что эти разницы между этими тремя группами не отличались особенно от разниц во всех других общностях. Никто не скажет, что у нас что, о Германии. Там очень большие разницы, тоже никто не скажет, что это не единство между жителями Пруссии и Надрении. Очень большие разницы культурные, по-моему, даже больше, чем среди евреев, не говоря о Баварии. И также в Польше было то же самое. В Польше Кашубы, это на севере Польши, это остаток, Кашубы это остаток племен, которые жили в раннем средневековье над Балтикой. Так они говорят вообще совершенно другим языком, чем поляки. И мало кто в Польше понимает, если не осушен, не познакомился, как говорят гурали на своем наречии. Обыкновенный поляк не поймет этого языка. Эти особенности еще возвращают к тому, что говорил Мендельсон. 75% евреев жило в городах. Это было, в общем, городское население. В королевстве, я буду пользоваться королевством, не царством, я уже привык. В королевстве Галиции каждый третий житель города был евреем. На восточных землях каждый второй. Исследование Игнацего Шипера. Шипер это был очень интересный историк. Одновременно он был депутатом в Сейм. Он был сперва принадлежал к Поалей Сион, потом перешел к сионистам. Но он работал потом в Варшаве, в еврейском институте. Он написал такое его исследование, которое до сих пор мы считаем, но нет лучшей книги. Это история еврейской торговли на польских землях. Большая, очень большая работа, основанная на источниках. Интересно. Я не знаю, была ли она переведена на какой-нибудь другой язык. Так, по этой книге в 21 году в Галиции в торговле евреи занимали 74%, а в индустрии, остальное почти 20,3% в индустрии и ремесленных разных заведениях. Когда мы говорим о торговле, помните, что мы прежде всего говорим о мелкой торговле, где в магазине работал сам хозяин или его семья. Но это явление покажет, что почти 79% этих магазинов это без наемных работников существовали. Среди христиан этот процент безработников был 42,5%, так что это показывает разницу. В общем, с торговли и ремесла жило более 83% евреев. Евреи, которые жили в деревне, тоже занимались торговлей или ремеслом. С одним исключением. В Восточной Галиции
и немного на северо-западе существовало евреев-крестьян. В Восточной Галиции также были евреи-помещики. Так что... Ну, если вас интересует, почему евреи Восточной Европы и вообще в Европе была такая структура, я бы вас отослал к книге Жака Атали «Евреи, мир и деньги», но «The Jews, the world and money», по-польски «Жилища и пеньонза». Атали был очень интересным человеком, он 10 лет был председателем Европейского монетного фонда, так что он решал о деньгах Европы. Он знал, что пишет. Ну, а вообще об этой односторонней структуре существует очень богатая литература, также о пробах, как изменить эту структуру, которые, конечно, не удались. Были, конечно, рабочие евреи, евреи-рабочие, но они прежде всего работали на полуремесленных мастерских. Как писал Яков Рощинский, есть его такая книга «Еврейское население России. Еврейский труд». На основе анализа положения в Варшаве. Варшава – это был самый большой центр польского, промышленный центр Польского королевства в то время. И они прежде всего работали в предприятиях до 10 человек. И там они составляли там 98% рабочих. Но фабрики не хотели принимать их на работу. Даже евреи. Даже когда хозяева фабрики были евреи. Одной из причин была суббота. В Польше был 7-дневный рабочий день. Днем отпуск, свободным днем было воскресенье. У евреев были 2 дня. Так что это не очень подходило. Под конец 19 века появилась новая прослойка еврейская – это интеллигенция. С интеллигенцией очень интересный процесс, потому что сперва кричали, что поляки, что евреи не ассимилируются, нет. А когда они начали ассимилироваться, стали кричать, что они занимают чересчур важное положение в культуре и так далее. Я бы хотел обратить внимание на еще одну проблему, что в Польше существовало перенаселение деревни. И что это значит перенаселение деревни? Можно рассчитать, сколько надо рук, ну, чтобы пахать, собирать и все это, сколько надо рук. И в деревне было много людей, которые были не нужны для работы. В крестьянских семьях было по несколько детей. Обыкновенно наделы были очень маленькими, так зачем им было столько работ, столько рук? Ну и мы видим большую миграцию в город. Так что им там делать было нечего. Чтобы вам дать понять, это для вас, как историков, будет интересно. Как рассчитать, сколько ненужных рук в деревне? В Польше были, я считаю, 2 метода. Первый метод – это механический. Для того, чтобы хозяйничать на гектаре, нужно столько-столько рук.
когда это экстраполировать на число земли, которая была под управой и так далее, так это вышло, что 8 миллионов людей. На 38 миллионов вообще, которые в 1939 году жители Польши, но это было много. Но был другой метод, которым пользовался Польский социологический институт, Институт справ спорящих, Институт общественных дел. Он провел анкеты в каждом регионе, в деревнях выбранных, и спрашивал хозяев, сколько у вас ненужных человек находится. Этот метод дал 2,5 миллиона. Но самое интересное, что больше всего ненужных рук было в самом богатом регионе, в Великопольске. Почему? Потому что там земля переходила к старшему сыну, все остальные были не нужны. Так что, видите, всегда спрашивайте, когда видите какие-то результаты, каким методом они были, как. Но, конечно, переселение, миграция в город создавала напряжение, большое напряжение. И в Польше существовала структуральная безработица. Структуральная отличается, например, от кризиса, когда в кризисе временная. Это была структуральная безработица. Но это, конечно, увеличивало напряжение между евреями, которые а вы занимаете наши места в городах, а жителями. Ну и проба элиминации евреев с разных пор, как мы увидим, возрастали. Но это, конечно, принуждало к эмиграции. Это был один из проблем, почему эмигрировали. Существовал миф еврейского богатства. Это один из мифов, который всегда, с которым мы всегда встречаемся. Однако, как показали исследования Збигнева Ландау, среди 200 самых богатых семей Польши было только трое евреев. В действительности, в большей степени, чем пресловутое богатство, существовала пресловутая беда, которая не уменьшалась, а с годами росла. В 1931 году отец польского политического антисемитизма Роман Дмовский так написал: «Быстрое обеднение всегда, впрочем, убогого маломестечкового еврея в Польше – это неоспоримый факт». Это писал самый такой известный антисемит польский, если можно так сказать. Но там было другое, что он писал, что этим пользуются евреи в мире, чтобы обретение Польши независимости большинство евреев приняло с неуверенностью, как новое государство будет к ним относиться. Но эти опасения имели также реальные основы, потому что поляки радовались обреченной независимостью, по Польше прокатилась волна более или менее больших погромов. Первый имел место в день передачи власти Пиłsудскому 11 ноября в Кельцах. Но эти выступления были разного масштаба. Ну и, конечно, они несравненны с тем, что происходило в это время на Украине. И результатом этого была проба евреев
о защите международной общественности. В то время, как помните, в Париже происходит мирная конференция, на которой был, между прочим, принят закон о защите национальных меньшинств. Он относился ко всем государствам Восточной Европы. Между прочим, в чем обвиняли этот закон, было то, что его не растянули, не евреи, поляки, что его не растянули. Почему нас, а не на всю Европу? Ну, это было понятно. До сих пор существует спор, нужно это было ли евреям или нет. Например, в этом законе было право обращаться в Лигу наций с жалобами. Евреи ни разу этим не воспользовались. Этим пользовались украинцы и немцы. Так что, о принятии закона, конечно, обвиняли всегда евреев. С самого начала существования польского независимого государства, мы говорим, Вторая Речь Посполитая, евреи боролись о равноуправнении, равноправие, которое понимали трояко. Во-первых, снесение ограничений, которые ввели страны, которые разделяли до этого Польшу. А помните, что в России этих ограничений было около 1000. Существуют целые огромные списки этих ограничений, этих законов. Это первое. Во-вторых, равенство в принимаемых законах уже, которые принимал польский Сейм. В-третьих, соблюдение этих законов. А с этим было по-разному уже понятно. Практика была. Постепенно сносились эти законы, хотя Конституция на это давала год. Не буду теперь в юридические тонкости. В конце концов, в 1931 году был принят закон, что нету ни одно, не обязывает ни один закон бывших государств. И только после 1926 года окончательно была решена проблема польского гражданства, но об этом я буду говорить завтра. О польском гражданстве. Польша была одной из, формально, по крайней мере, одной из самых демократических стран в Европе. Польская конституция, польский сейм, это действительно, в Польше, например, ввели право, которое... Помните, что еще? Первые выборы были в январе 19 года, ввели право голосования женщин. Тогда это не во всей Европе было. Это было, в большинстве стран этого не было, скажем, и так далее. Пилсудский сам не был, конечно, антисемитом. Евреи его очень уважали, даже после его смерти я там нашел, что они хотели посадить лес его имени в Палестине. Я не знаю, я его не нашел, но, возможно. Но такая мысль была во всяком случае. Нет, но он действительно ничего не делал, чтобы притеснять евреев, а наоборот, иногда. Завтра я об этом тоже вспомню. Но после его смерти атмосфера начала меняться. Это была проблема, как удержаться у власти санации, так она
начала перенимать националистические лозунги. И тогда появились первые законы, ограничивающие права евреев на разных полях экономической деятельности. Это прежде всего экономические. Первым и самым известным был закон о запрещающий шахиту, ритуальный убой скота. Это, конечно, было в руках евреев. Но они занимали очень большую часть местной торговли вообще. Простите, пожалуйста, какой это год? Что? Какой это год, извините? Какой? Год. Это начинается в 1936 году. Спасибо. Потом. Под предлогом гуманитаризма в отношении к зверям предпринимались шаги, которые целью были ограничить число евреев в торговле мясом. Это не скрывалось, честно говоря. Первое это был гуманитаризм, потом уже о гуманитаризме не говорили, а говорили о торговле. Если бы это вошло в жизнь, и работу потеряло около 40 тысяч евреев. Но это приводило потом к очень тяжелым последствиям. Например, те евреи, которые потеряли работу, все же тайно занимались этим. И, скажем, когда полицейский пришел в Бресте на контроль, так сын хозяина убил, зарезал его просто. Тогда начался брестский погром, конечно. Характер не только экономический, имел закон о адвокатуре. Были регионы Польши, где адвокатами в большинстве были евреи. Я еще, может быть, к этому вернусь. И этот закон, по этому закону, во-первых, кандидаты в адвокаты должны были пройти судебную практику. Это звучит невинно совершенно. Конечно, можно пройти такую практику, но надо найти суд, который примет на практику. А с этим уже было много хуже. Во-вторых, он предвидел, что на несколько лет закрыть списки новых адвокатов, не принимать новых адвокатов, а списки, которых можно принять, составляет министр. Ну и, конечно, в первом списке не было ни одного еврея, это понятно. Зато были мои герои из национально-радикального движения. Между прочим, против этого протестовали также белорусы и украинцы. Это к ним тоже относилось. Это особая проблема, что евреи работать могли, интеллигенция еврейская практически могла работать только в, по-польски это называется, свободные профессии, вольнозаводы, то есть адвокатура, учителя в еврейских школах, врачи, прежде всего юристы и врачи, поэтому на факультетах, на этих факультетах было очень много евреев. Ну и в связи с разными лишениями, Бойкот был, об этом мы еще будем говорить, росло явление
то, что очень хороший польский социолог Стефан Чарновский назвал лишних людей. То, что было в деревне, то же самое выступало в торговле и в ремесле. Люди, которые не имели, ну, сидели, потому что сидели на работе, практически они были не нужны. Явно антиеврейский характер имел закон о лишении гражданства тех, кто потерял связь с польской государственностью. Это относилось прежде всего к евреям. Это сразу было сказано, что это не поляки, а это к евреям. И прежде всего к евреям, которые были в Германии. Потому что была довольно большая в начале 20-х годов эмиграция была довольно большая в Германию. Но это стало предлогом для гитлеровцев, чтобы выбросить всех польских евреев из Германии. Так что, наконец, мы переходим к очень сложному и страшному явлению борьбы польских националистов за то, что мы вчера говорили, готовковый раздел мест в лекционных залах на это по-разному решалось, на христианские и другие. То есть в действительности это были на евреев и остальных. Но это официально этого так не было. Например, на Варшавском университете это был раздел мест на А и Б. Им в индексах им ставили нужную печать, где они должны сидеть. Это первое. А второе, это с начала 20-х годов польские националисты начинают борьбу за введение numerus clausus, то есть, но числа студентов по национальному, по проценту национальности в стране. Евреев было 10, скажем, процентов, а на высших учебных заведениях их было более 20, а на некоторых факультетах, о которых я говорил, до 40%. Ну, это было все в порядке, но они говорили, но это относилось только к евреям, потому что белорусов и украинцев, они не говорили, что надо увеличить число украинцев и белорусов. Украинцев в Польше было 14%. Больше, чем евреев. А студентов было минимальное число. Ну, украинцы, правда, все 20 лет боролись за свой университет во Львове. Ну, власти польские, власти никогда на это не разрешили. Это был numerus clausus. Ну и атмосфера на высших учебных заведениях была такая, что число студентов-евреев довольно быстро уменьшалось. В 1937 году их уже было 7%. Некоторые из них уезжали в Чехословакию, во Францию на учебу. Это другое дело. Когда уже было их меньше, чем 10%, началась борьба студентов, а их было большинство студентов-националистов польских, за numerus nullus, то есть высшее учебное заведение без евреев. Вообще. Если они хотят, пусть создают свои. Но сразу могу сказать, что в Польше не приняли ни одного закона, в котором говорилось обо всех евреях. А иногда в законах вообще не говорилось о евреях, хотя все понимали, что это против евреев. В законе о адвокатуре не было слова о евреях. В законе о шахите тоже не было слова о евреях.
И как я говорю, ни одна, ни один закон не говорил о евреях. Ограничения относились только к отдельным группам. Но для этих групп они были унижающими, тягостными или делали невозможность работать по профессии. Были, это другое дело, был так называемый, в кавычках это никогда так не называлось официально, арийский параграф. Многие польские профессиональные организации, врачей, инженеров, принимали закон, что они только христиан принимают. А чтобы получить работу, надо было быть членом этой организации. Ну, конечно, эта ситуация обеспокаивала еврейское население, какая будет ее судьба. Все видели, что происходит за границей, западной границей, конечно. Но были нажимы на правительство и на парламент, чтобы принять законы, относящиеся ко всем евреям, ограничивающие всех евреев. Ни правительство, ни парламент никогда на это не пошли. И Васи всегда говорили, что евреям, гарантировали евреям формальное равенство и настойчиво декларировали обязанность государства к защите своих граждан перед насилием. Но в практике не всегда могли, а иногда не хотели это делать. В открывающую сессию парламента Сейма 4 июня 1936 года премьер Складковский, осуждая антиеврейские эксцессы, этого всеми было довольно много со стороны польских, не говоря о еврейских депутатах, сказал слова, которые стали таким лейтмотивом очень многих выступлений. Валька экономичная и овшем, але кшивды жадной. Но я, это так, как сказать, экономическая борьба, разумеется, или возможно, но кривды никакой. Это по-украински, по-моему, не по-русски. Но кривды никакой. Притеснение, обиды никакой. Это, разумеется, стало очень популярное. И его приняли как разрешение, как согласие правительства на бойкот евреев. Антиеврейский характер имели также акции некоторых. О, хорошо, не буду уже так развлекаться. Антиеврейский характер имели также некоторые решения городских муниципальных советов, которые переносили ярмарки за города, за город. А почему? Потому что на рынке часто, очень часто жили евреи. И там ярмарки проводились на рынках, но там евреи жили. Или переносили торговые дни на субботу. Было несколько случаев про разделение рынка на две части, еврейское и нееврейское. К этому всему министр промышленности и торговли издал закон, постановление не закон, это не был закон, законы принимает парламент.
постановление, чтобы на всех, ну, надписях на магазинах, на вывесках, на магазинных вывесках, возле названия фирмы обязательно писать фамилии хозяев. В полном, полную фамилию хозяев и имя. И, ну, немного меньше было, что это должно быть на польском языке, но это другое. Бойкот проводила прежде всего национальная такая партия, ну, которая, мы это называем национальная. Она меняла название во время этих 20-х лет несколько раз. Мы говорим «Обознародовый национальный лагерь». Это прежде всего она вела, и Бойкот стал одним из ее ведущих лозунгов. Это не всегда ограничивалось только до лозунгов. Очень часто были стычки на базарах разного типа. Пикеты перед еврейскими магазинами. Но это, об этом можно долго говорить. Я вам только могу, чем это кончилось, могу то ли я снова к Якову Лещинскому, данные, которые привел Яков Лещинскому, печатался по-русски, по-немецки, по-английски, по-польски. Яков, он разные имена. Он и вышел такой его сборник статей РФ Хурн, ну, «Канун гибели», где он, опираясь на польскую, на базе польской печати, польских газет, подсчитал результаты антиеврейских выступлений в годах 35-36. По его расчетам, тогда было ранено 1289 евреев в 150 городах и деревнях. Там около 17-18 были смертельных случаев. В этом самое страшное – 3 на территории Львовского университета, в здании Львовского университета. Мы говорили уже о том, что происходило. Конечно, это было бесправие и так далее, и так далее, и так далее. Другим лозунгом этого национального лагеря стало принуждение евреев к эмиграции. Идеалом была Польша Юденрайн. Ну, переводите как хотите. После 1935 года эту же политику начала принимать санация, правящий лагерь. Они говорили о отжидзении Польши. Но они понимали, так как они правили, они принимали некоторые шаги также на международной арене, стараясь увеличить эмиграцию в евреев, между прочим, в Палестине. Но я сразу так, чтобы вам показать, что это было. Но одновременно, скажем, польское правительство тренировало евреев из Палестины в военных лагерях. В Польше были 3 военные лагеря, в которых учились, как к минерскому делу и другим, евреи из Палестины. И мало того, Польша дала им из группы Жаботинского, ревизионисты. Мало того, Польша им дала кредит на покупку оружия. Но действия и национального лагеря и санации привели к ситуации, которой Зигмунд Жуławski, один из руководителей Польской социалистической партии, описал так. Это же страшно жить в условиях, в
которых законодательство гарантирует всем одинаковые права и чувствовать, несмотря на это, чувствовать себя терпимым, как сваски, что к нему относится как к чумному, изолированному от общества, как к прокаженному, только потому, что он родился евреем. Это страшно ждать, когда в конце человека выэмигрируют с родного города и земли, добровольно или под нажимом. Это зависит от международного согласия. Как решить эту проблему? Я перевел это так. Я говорил и писал несколько раз, что вторая половина 30-х годов была худшим периодом в польско-еврейских отношениях. Но прежде всего, конечно, в польском отношении к евреям. Но теперь другая сторона. Проблема, которая была, конечно, очень интересная проблема – национальное сознание евреев. Ну, я уже вижу, что, может, завтра еще вернемся к этому. Она родилась в конце XIX века, так же, как польское современное национальное сознание. Признаком разницы между поляками и евреями прежде всего была, конечно, религия. И для ортодоксальных евреев тогда не существовала проблема современного еврейского народа. Отсюда всегда число тех, которые признавались к мозаизму или к иудаизму, было всегда немного больше тех, которые писали о еврейской национальности. Когда надо учить евреев, которые не были религиозными. Правда, очень часто евреи, которые переставали быть религиозными, переставали считаться в еврейской общественности евреями. Сами знаете, что к ним относились иногда как к мертвым. Но важность религии была в том, что она позволила евреям удержать свою уникальность. И теперь перейдем еще к тому, так как и в отличие от католиков, которым запрещалось долгое время или не рекомендовалось самостоятельно читать Святое Писание, у евреев это была обязанность. Так что теоретически, это сразу скажем, что это была теория, что все мужчины читали. Это не совсем правда, между нами говоря, мы знаем много случаев. Или они не читали, или это был, как говорится, вторичный альфабетизм. Вторичное забывали, что вообще, как пишется. Для религиозного еврея, конечно, изучение Торы – это становилось сутью жизни. Целый спор существует вообще, существует ли национальный характер. Я сам принимал участие в нескольких конференциях на эту тему о национальном характере. Не евреи, вообще. Существует ли такое понятие, как национальный характер? А если так, что это значит? Ну и, конечно, тогда у евреев появляется вопрос, какое влияние на это имела религия. Еврейские диспуты, то, о чем говорил вчера Артур, вели к расколам,
на польских землях были основные два, образовались и были основные два течения еврейства, восточного еврейства. Это хасидизм и тнагдим. Ну, хасиды делились еще на дворы и так далее, и так далее. Не будем заниматься теперь евреем. Но третьим фактором, который объединял евреев, это был антисемитизм. Он влиял на то, что они чувствовали свою общность, и был серьезным фактором, определяющим их отношение к государству, конечно. Но мы наблюдали иногда, что некоторые уже ассимилировались, возвращались в еврейство, совершенно ассимилированы. В 19 веке они обвиняли, что они не были ассимилированы, в 20-м, что они уже чересчур ассимилированы. Они писали прекрасно, Тувин писал прекрасным польским языком, которого мало кто так писал, но он всегда для всех националистов оставался не польским поэтом, а еврейским, пишущим по-польски. В Польше мы говорили о отношении поляков к между польско-еврейских отношениях, но помните, что в Польше вообще польское население, поляки в Польше до войны, это было 1/2 населения, 1/3 это были меньшинства, но на некоторых землях они были большинством, на белорусско-украинских часто. Ну и там существовал другой вопрос. Отношения между евреями оказались иногда между двумя огнями. Между, прежде всего, между украинцами и поляками. Какую бы позицию они ни заняли, одни обвиняли их, что они ополячивают украинцев, а другие, что они сотрудничают с украинцами. Так что это была еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание. Ну и в конце концов переходим. Общество, еврейское общество было очень разделено по религиозным, экономическим, политическим причинам. Но хочу обратить ваше внимание, что это было еще одной из причин, что была очень в городках, даже в маленьких городках, была очень обильная культурная жизнь. Мы когда-то сделали такие, ну, исследования, сколько было организаций в таких городках. Это идет десятки. Культурных, религиозных, школьных, молодежных, политических. В каждом таком городке было 20-30 таких организаций. Это удивительное вообще явление. Приезжали к ним театры, писатели, но культурная жизнь цвела, можно сказать. Одним, я не помню, говорил ли об этом вчера Артур, одним из элементов, из факторов, которые свидетельствуют о модернизации еврейского общества, это было появление политических партий. Ну и с самого начала мы видим большое раздробление. Даже сионистское движение не было, вчера это слово Артур не мог произнести, я сейчас не могу, гомогеническим. Существовало несколько партий, и существовало несколько бундовских партий, не бундовских, а сионистских партий.
То же самое относится к еврейскому рабочему движению. Но более едиными были ортодоксы, у которых существовала Агуда. Что, почему такое разделение было? Во-первых, сторонники и противники построения еврейского центра в Палестине, народного центра в Палестине. Являются ли евреи народом? Религиозные разделы, региональные отношения к польскому государству. Одни были за, другие группы были за, были против. Могу вам сказать, что в выборах 19 года в Сейм в Варшаве было 19 еврейских списков на 300 тысяч населения. Евреи всегда, большое значение евреев всегда играл учение молодого поколения и организация школьной системы. Но это позволяло, кроме всего, на сохранение национального тождества. И снова мы переходим к этому. Очень сложная структура этих школ. Мы имели три главные сети школ. Религиозная Агуда, Тарбут сионистский и Цишо бундовский. Я не говорю о более мелких, еще Шуль, Культ и так далее, и так далее. Так что обратите на это внимание. Еще одно. Появились первые школы для девушек. Бейс Яаков. Это уже было что-то ломающее традицию, что они тоже учились в школах. Одновременно не было публичных школ как еврейских, те, которые государство оплачивало. Иногда на еврейские школы давали деньги муниципалитеты, а остальные были с еврейских денег содержались. Во-вторых, государство контролировало эти школы, и более толерантно относилось к школам, которые учили на иврите, Тарбут прежде всего, чем к школам, в которых учили на идиш. Ну, учили иврита, но, может, они выйдут, в конце концов. А идиш так это... Но и существовало, я говорю, что не было публичных школ для евреев. Были. Они назывались шабасовки. Это были школы, которые не вели занятий в субботу. Публичные школы для еврейской молодежи. Но их не учили, конечно, и в праздники еврейские, но там были только, все занятия велись по-польски, а только религия, занятия по религии еще были. Для примера, в научном году 34-35 в Польске, вообще во всех польских школах было 355 тысяч еврейских учеников. Это было 61,2%. В религиозных было 30%. Но остальные были в нерелигиозных школах. Конечно, это вело к тому, что наступала постепенная культурация. Все уже евреи, большинство евреев знало польский язык. После польской школы трудно было не знать. А одновременно надо сказать, что государство принудило хедеры, чтобы они ввели
общие предметы. Историю, математику. Это было очень важно. Между прочим, теперь кончился процесс в Израиле, где выходцы из этих обвинили государство, что их не учили общественных предметов, но и суд отбросил эту жалобу. О высших учебных заведениях мы уже говорили. Так что одновременно евреи были группой, которая говорила на нескольких языках. Знали собственный язык, знали часто еще в 20-х годах, в период Речи Посполитой, язык государства, в котором жили до 18-го года, ну и знали язык государства, в котором теперь жили. В 31-м, по переписи 31-го года, за как свой родной язык идиш, вы написали в анкетах, 80% евреев польских был идиш. Иврит написали почти 8%, это часто было более идеологически, тем, то, что они знали этот язык. А польский язык, как свой родной язык, признало 12,2% евреев. Это уже было что-то. Показывая, как происходила аккультурация. Перейду теперь к проблеме очень интересной, которая, чтобы показать, что не только темные стороны были. В междувоенный период мы видим стремительное развитие еврейского искусства, еврейской культурной жизни в Польше. И черта, которая определяла ее, это была связь с мировой культурой, с новыми тенденциями всякими в мировой культуре. Конечно, на нее влияние свое имела и польская культура, но также надо сказать, что еврейская культура имела влияние на польскую. Прежде всего, она развивалась в идиш, так как мы сказали, что 80% говорили на этом языке. Но появилась также еврейская литература на польском языке. Польский язык вносил также, то есть не польский, а еврей, и лишь также театр. Многие еврейские писатели и актеры еврейских театров относились к своей работе как в борьбе за поддержанием идишкайт, еврейской идентичности. Были авторы, которые выставляли те же произведения по-польски, и на идиш. Еврейское искусство, еврейскую жизнь, также огромное влияние имела еврейская печать. Она была сам... Ни одно другое меньшинство не имело так стольких журналов, газет. Были газеты общепольские, несколько газет было общепольских. Наш «Przegląd», который поляки читали охотно в Варшаве, который выходил, он склонялся к сионизму. «Хвиля», «Момент». Во Львове, наш денник в Кракове. Но было очень много также локальных, местных изданий. А скажите, вот эти газеты, которые по-польски, в чем выражалось их еврейство? Они писали еврейские же. Это были еврейские газеты на польском языке. Они себя так и они себя считали еврейскими газетами и выходили на польском языке. Скажите, пожалуйста, какой процент был польскоязычный и идишоязычный? Уже отвечаю на этот вопрос. В 19 году было 44 еврейских больших газет, из которых 10 было на польском языке печатались. Но самые большие были, я уже сказал, о самых больших
на идише, которые были печатаны, были газеты, были две большие газеты на идиш. «Хайнт», прежде всего, и «Момент». Ну, были, конечно, другие. В 1936 году тираж, одноразовый тираж этих газет, 26 самых больших, ну, ежедневных газет, но это было 450 тысяч экземпляров. То есть каждый шестой, независимо от возраста, еврей имел свою газету. Тираж еженедельных газет, двухнедельных газет, ежемесячных газет – это следующие 270 тысяч. Мне интересно, что в конце Второй Речпосполитой мы видим медленно-медленно растущее число названий газет на иврите. Но это уже было... Конечно, стремительное развитие еврейской интеллигенции помогало увеличить число потенциальных потребителей культуры. Но быть еврейским артистом было не так просто. Это уже не трагедия, это уже не 19 век, но еще в 20 году вело это к порыванию отношений с еврейским обществом, традиционным еврейским обществом, а потом следующим шагом была аккультурация, ассимиляция. Я говорю, но я здесь вспоминаю так называемой высокой культуре, но также существовал очень развитый еврейский фольклор. Об этом тоже есть несколько книг, можно прочитать. Кончу тем, что Эзра Мендельсона, о котором я вспоминал сегодня несколько раз, назвал период Второй Речпосполитой золотым веком еврейской культуры. Культура идиш уже никогда так, ну, не возродилась, мы это знаем. Насколько это было правда, но это уже ваше. Оставляю вам. Спасибо. Еще могу отвечать сколько хотите, сколько надо на вопрос, если есть. Коснулись немного этой темы политических партий. Да, я хотел спросить, просто в Польше межвоенной, да и теперешней, существовало 20-летие, да, кроме жидокоммуны. И насколько, как бы, этот стереотип влиял на политику в отношении евреев на государственном уровне? То есть, что евреи — это коммунисты. Еврейские партии? Нет, в коммунистической партии Польши. Насколько это влияло? А, коммунистическая партия Польши, но... Я повторю, что говорил. Есть такой исследователь в Швеции, он эмигрант из Польши, Шац. Он сказал, среди коммунистов было много евреев, но среди евреев было мало коммунистов. Почему? В коммунистической партии Польши было 10-15 тысяч евреев. Ну, около, скажем, меньше половины. Но что такое 10 тысяч на 3 миллиона? Ну, конечно, евреев обвиняли в том, что они... Было даже такое название по-польски «жидокоммуна». Это, конечно, существовало такое определение «жидокоммуна». Но хочу, я бы сказал так, что, например, в выборах в Сейм, например, в 22-м году голосовало несравненно больше украинцев и белорусов на коммунистов, чем евреев.
коммунисты как бы были запрещены. Что? Они коммунисты нелегальные. Коммунисты были нелегальны, то есть они никогда не были легализированы. Арестовывалось не за принадлежность к партии, а за коммунистический взгляд, глашение, публично. Приговоры были как на Польшу очень суровые. Сперва это было 3-4 года, самые большие были 10 лет, но это уже, когда я читаю, что в России приговоры 17-15 лет за мелочи, так это... Ну, конечно, не без оснований можно сказать, что, что то, что делали коммунисты, это была помощь Советскому Союзу. И ни одно государство не могло согласиться с тем, что действует. Ну, они же действовали, например, в армии. Была особая часть, которая вела пропаганду в армии. Я не говорю о евреях, как раз в армии евреев, как раз это не евреи делали, не в том дело. Не в том дело, но это было, такое было, что государство боролось со своими врагами. Они же говорили, что они хотят изменить строй государства совершенно. А влияние их было иногда довольно большое. Так, была целая фракция была в польском сейме, коммунистическая и легально, это они действовали легально. Могу вам смешной анекдот рассказать. В выборах 22-го года, тогда они самое большое число голосов получили, были арестованы выборные комитеты Związek Polski Miast i Wsi, Związek Rewolucyjny Miast i Wsi. И они, сидя в тюрьмах, подписывали нужные документы для выборов, комитеты. Ну, это либерализм кончился. В 30-х годах этот либерализм кончился. Тюремный либерализм кончился по новым законам, по новым распоряжениям. Так что это было, влияние было довольно большое. Больше всего их влияние было на КРЭСах. Самая большая организация, которая существовала за период Второй Речи Посполитой, это была белорусская громада, которая насчитывала максимально 100 тысяч членов. Это очень большая цифра, почти ни одна польская политическая партия не дошла до этого. Только две дошли до 100 тысяч. Это были националистические партии и крестьянская партия. Ну, это понятно, в Польше было 72% жителей жило в деревнях. Поэтому было большое влияние крестьянской партии. А так, эта громада была. И на Украине, в Галиции сходились очень сильный Сильром, который тоже был под влиянием коммунистов. Так что... Но понятно, что среди интеллигенции больше бы очень мало было польских коммунистов, среди интеллигенции, больше было еврейских. Это понятно здесь. И антисемитизм, и другие вещи играли свою роль в их взглядах. Так что, ну, а уже для коммуни можно много говорить, это еще все. Скажите, продолжая эту историю, какая была позиция, допустим, польских коммунистов и польской коммунистической партии по еврейскому вопросу? То есть у них была тенденция, например, не двигать евреев на высокие посты? О чем вы спрашиваете? О до войны или после войны? До войны. После войны это другая история. До войны, конечно, коммунистическая партия не делала таких разделений. И не было, они были за полное равноправие. Здесь не было никаких проблем в этом отношении. И,
Я вам расскажу еще одну историю, может быть, с Виленского округа. Там был очень известный провокатор. И его надо, ну, и решили его устранить. Это до 24-го года в Польше. Потом перестали этого делать, но устраняли, так сказать, физически провокаторов в коммунистической партии. Потом перестали. Вообще террор, коммунистическая партия всегда была против террора. В отличие, скажем, от эсеров. И тогда была проблема, кто это должен сделать. И решили, что это сделает белорус. Потому что если это сделать еврей, то идет до погрома. Это была проблема какая-то внутри партии, но не в том отношении, что делали разницу. Так что, между прочим, он приезжает, который исполнил приговор, приезжал в Польшу. Мы встретили когда-то этого белоруса. Так что я это знаю с личных таких разговоров с этими людьми. Так что не было. Это была проблема, конечно, но коммунистическая партия издавала свою литературу на идиш. Были листовки, были брошюры на идиш. Это, конечно, такие вещи были. Были так, те, которые работали, так сказать, на еврейском поле, коммунисты. Это, конечно, иначе трудно бы было к ним иметь доступ, к этим людям, если не говорить на идиш. Но это вы увидите, не только, это была проблема не только коммунистов, это была проблема бунда. Если вы читали воспоминания Мадема, они теперь вышли в Москве, вышли в небольшом тираже, они теперь вышли на русском. Так там он тоже об этом пишет, чтобы это было то, для бунта это тоже в одно время была проблемой. Спасибо. Спасибо.